Я вот сейчас поймал очередного товарища. Блин, ну фокус не ловит, короче, хреново. Я поймал очередного товарища, вот так вот. Не думайте, что они медленные. Вот такой он борзый, он у меня уже пару минут по ножу лазит. Клещ. Вот он. Вот он лазит, лазит, но не находит себе места. Что-то все не так. А поймал я его на ноге, соответственно, да? То есть легенда о том, что они медленные, там бла-бла-бла. Посмотрите, он какой-нибудь борзый, он бодрый, он, короче, фигачит, он вовсю. Это уже какая-то третья минута у меня пошла. Комары меня догрызают сейчас. Но дело не в том. Дело в том, что. Вот. Да я знаю, плохо видно, вы будете меня ругать, но. Но куда деваться? Вот он. В фокусе. А если приблизить? А если так? Гонзо, теперь сюда. О, давай. И вот он лазит по лезвию, лазит по ручке. Да, я знаю, видео дрожит, но что сделаешь? Вот так вот. Размер где-то 3 с хвостиком миллиметра у него. И вот он фигачит. Я его сейчас зафигачу, понятное дело. Ну, господа, дамы, берегите свое тело от этих существ. Разносчиков заразы. А я на этом видео заканчиваю, потому что меня комары уже загрызают. Всем позитива. Ваш дядя Вова, до связи.